Санкт-Петербурга. Привет всем от нового поколения. Ну, наконец-то мы оккупировали весь ринг и собираемся сегодня классно повеселиться, потому что, как говорится, мамы с папой дома, нет, нечего бояться. Кстати, если кое-кто из мам или пап захочет подсмотреть, чем это мы тут занимаемся в их отсутствие, пожалуйста, мы особо не возражаем, ведь правда? А я приглашаю на ринг отпетых мошенников. Встречайте! Внимание, внимание! В городе появилась банда преступников. Принять все меры к задержанию. Их личности установлены. Это Гарик, Том Хаус и Сергей Аморалов. Именуют себя группой «Отпетые мошенники». Вообще-то отпетые мошенники на ринге уже не первый раз, и поэтому удивите нас будет не так-то просто. Но вот на что способны наши следующие гости, этого пока не знает никто, потому что это самые настоящие гости из будущего. Встречайте! Ева Больно и Юра Усачев. Гости из будущего – самая горячая группа этой весны. На самом деле, образовалась она еще зимой прошлого года, но настоящая атомная популярность пришла к ним только сейчас, благодаря хиту «Беги от меня, я твои слезы». Самые молодежные группы, самые модные молодежные группы, кстати, они обе из нашего города, Санкт-Петербурга. Они сегодня претендуют на наш главный приз – хрустальный скрипичный ключ, который изготовлен специально по нашему заказу в художественной мастерской «Росвуздизайна». Интересно, кому же он достанется? Я даю сигнал к началу первого раунда. Yeah.
долго ждали, чтобы настали наши времена. И, пожалуйста, сразу же вопросы к ответам мошенников. В нашем классе, вы знаете, парни прикольно шутят, так же, как и вы. И я думаю, голоса у них не хуже. Как вы думаете, вот на данный момент в современной эстраде обязательно наличие таланта? Или же здесь действует принцип, чем хуже, тем лучше? Какие подрастают, хорошо. На самом деле хочется привести один простой пример по этому поводу. Вот, к примеру, сидит какой-нибудь ботаник от музыки и 25 часов в сутки что-то на пианино наигрывает. Туда-сюда, туда-сюда. И слушает его только мама его, потому что он ее сын, и соседка сверху, потому что он ей спать не дает. Вот. И как бы и нет никакого успеха, вроде бы и профессионал хороший, а успеха мало. Совет этому парню у нас будет такой. Возьми один раз в жизни, возьми фраг в прокат, одень бабочку там. Повесь афишу, что сегодня в красном уголке ЖЭКа номер 7 там Василий Де Пупкин. Красиво как-нибудь там назовись. И приди, сыграй чижика-пыжика, но сыграй-то первый раз не для себя, а для людей. Возьми, подбрось пианино, поймай его, там попой на нем попрыгай. И вот мораль всей этой штуки такова, что нужно делать что-то не только для себя, но также и для людей. То есть делать шоу. В принципе, что мы и стараемся делать. Пацаны, вы ищете себе замену? Пацаны, вы ищете себе замену? Уже нашли, по-моему. Молодым мошенникам. Быть понаглее, наверное. Ну и что, и попроще. Народ потянется. И главное оружие мошенника – улыбка. Так что почаще улыбайтесь. Надо, надо, надоело. Двигать, 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 двигать тело.
запоздалое детство взрослых парней. Это, по-моему, уже какой-то клинический вариант. Это что, сейчас так модно быть на сцене придурками? Да вообще, насчет моды. Вы хотите... Я думаю, встретят там внизу наши люди, да, у входа? И нагло. И нагло. Если будет поцелуя. На самом деле, я не знаю, как это может выглядеть со стороны, но, по крайней мере, мы стараемся делать это честно. И пускай это детство, почему нет? А если посмотреть на остальную эстраду, тоже можно найти очень много всего. Так, а насчет молодежи, подождите. Вы берете пример вот сейчас как бы с молодежи, или вы хотите, чтобы они брали с вас пример? Отпетые ничего не хотят. Не хотят, чтобы с них брали пример, не хотят, чтобы там на них им поклонялись или на них там равнялись. Нет, просто приятно, если... где мы видели? В каком-то... В клубе в Калининграде, по-моему, когда пришел вот вылитый Том Хаус, как бы в таких же очках, с такой же прической, это было приятно. И приятно то, что под нас стараются закашивать, как бы это приятно. Но цели такой не существует. Как не существует Спасибо. Цели там... Ну что ж, отпетые машинки, ваша песенка спета в первом раунде, но игра наша продолжается, и на ринг выходят гости из будущего. Я люблю тебя, я больше не люблю тебя. Твои слезы мне вслед прокричали. От тебя уйти без прости, позабыть твой дом и о том, как сердца наши вместе звучали. Ну, прочитай мои письма, прослушай все мои песни. Я не та, я не та. Просто мы опавшие листья, навсегда не вместе, вместе, а на сердце пустота. Плачь, плачь, танцуй, танцуй, беги от меня, я твои слезы. Зови, не зови, целуй, не целуй, беги от меня, пока не поздно. Плачь, плачь, танцуй, танцуй, беги от меня, я твои слезы. Зови, не зови, целуй, не целуй. Наши сны, знаешь, письма петь право надо, но мешает слеза. Нежные мои пальцы кладешь, нежные мои губы любишь, глубиной мой манер. Вы немного опоздали с темой «Однополой любви», потому что тема Бориса Моисеева уже как бы к ней добавить нечего, только если с женской стороны. Что вы думаете, дальнейшую свою карьеру построить на именно этой теме и получить широкую популярность? Спасибо за вопрос. Дело в том, что мы не пытались ни опоздать, ни успеть с этой темой. Мы писали, пели о том, что мы чувствуем, только и всего. Мы такие, какие мы есть. Ваш хит «Беги от меня» вызвал море критики.
Ну, судя по всему, вы решили серьезно заняться откровенной попсой. Так ли это? Вот наши конкуренты как раз говорили только что об этом, что нет такого понятия попса, мы просто делаем что-то для кого-то. Мы что-то чувствуем, мы пытаемся это сделать так, чтобы это донести до всех людей, которые здесь, чтобы они понимали слова и хотели танцевать под это. Спасибо. Ты живешь одной своей любовью, дышишь только мною, бредишь мною. Для тебя так это чувство ново, но со мной другое слово. Губишь ты меня, желая, чтобы одним тобой жила я. Но всегда я на свободе со своею нелюбовью. Вы утверждаете, что в своих песнях вы отражаете свою жизнь. А так ли это важно, отражать в творчестве свои сугубо личные переживания? И так ли нужно зрителям знать о том, что в вашей жизни происходит? Спасибо. Я думаю, как каждый художник или поэт, или танцор, кто угодно, как человек творческий, он всегда отражает в своем творчестве то, что он чувствует, то, что он думает, то, что он ощущает. И то, что он пропускает через себя. Я думаю, то, что эта песня и эти хиты близки не только мне одной, свидетельствуют, наверное, сегодняшние люди, которые пришли нас и поддерживают здесь.
как вы все догадались, это был сигнал к окончанию первого раунда, в котором обе группы исполнили свои хиты. А, ура! Отпетые мошенники выиграли... Ничего себе, больше, чем два раза перевес у отпетых мошенников они выиграли первый раунд. Я даю сигнал к началу второго раунда. Скоро весна, скоро эти ночи беспокойного сна. Снова весна, снова любовь. Снова в наших жилах заиграет кровь. Снова рассвет, снова рассвет. И назад уже дороги нет. Скоро печаль, скоро печаль. Все уйдет и нам немного жаль. Знаю ответ на вопрос, ты есть или нет. Знаю обман Знаю нашей любви океан. Ты не одна, будешь этой ночью без сна. Скоро любовь, скоро весна, ага. Люби меня, люби, жарким огнем. Ночью идет, сердце сжигая. Люби меня, люби, не улетай, не исчезай. Я умоляю, люби меня, люби. Люби, люби меня, люби. Люби меня, люби. Скоро тепло, скоро много нам воды натекло. Скоро тепло, скоро экстаз. И эта музыка доходит до нас. Делаю шаг, делаю два. Закружилась от любви голова. Знаю теперь, как открыть эту тайную дверь. Время идет, нам его уже никто не вернет. Время летит, двигаясь с нами, танцуя в пути. Снова вопрос, снова ответ. Снова загорит невидимый свет. С нами любовь, с нами игра. Люби меня, люби, жарким огнем. Ночью идем, сердце сжигая. Люби меня, люби, не улетай, не исчезай. Я умоляю, люби меня, люби, жарким огнем. Ночью идем, сердце сжигая. Люби меня, люби, не улетай. Вот вы сейчас исполнили песню, очень красивую, мелодичную, которая очень отличается от предыдущих ваших хитов, скажем так. Это больше в стиле Иванушек, я бы даже сказала. Скажите, вот вы действительно так относитесь к любви? Или у вас все так, подвигай телом все-таки? Что для вас любовь? На самом деле... хочется сказать такую вещь, что отпетые все-таки растут, они все-таки... У них появляются какие-то чувства, все-таки из-за этого меняется материал, тот, который мы готовим. Вообще идея медленной песенки возникла у нас очень давно, мы с этой идеей уже и переспали.
Так что... Так это просто мошенничество, значит, то, что вы... Нет, это действительно очень добрая, очень хорошая песенка. Это действительно то, что мы думаем. Это наше отношение к любви, ну, можно так сказать, наверное. Весна, все очень весело, легенько так, не без запар. Спасибо. Ребята, говорят, что вы готовите совместный проект с Лаймой Вайкули. А вы не боитесь, что эта добропорядочная, воспитанная леди научит вас хорошим манерам, причешет вас так и сделает с вами все, что захочет, и получится у нас новая группа «Отпетые поймальчики». Не лучше ли вам связать свою судьбу с Машей Распутиной? Безопаснее будет, ребят. Да нет, нас из... как бы звезд уже такого высшего эшелона, к каким мы относим Лайму Вайкули, мы считаем, что эта дама, не хочется говорить, обижать остальных, но эта дама наиболее стильная, и она наиболее подходит отпетым мошенникам. А что касается имиджа, влияния одного на другой, то, думаю, скорее всего, отпетый распустит Лайму, нежели Лайму возьмет музыку. Манером, да? Одной из известных фотографий вы заглядываете себе в штаны, в трусики. Что вы там ищете, а? Что вы там потеряли? Может быть, талант? Ха. Хорошо. Нет, нас... Вообще-то все на месте, и с этим полный порядок. А что касается...
истории этой фотографии, то она вообще очень интересна. Мы на фотосессии, когда уже отсняли всю фотосессию, стали чисто прикалываться, там, в трусы заглядывать, ну, там, что-то снимать их. И как бы, а потом, когда увидели на обложке альбома такую фотографию, были очень удивлены, причем приятно удивлены. Действительно, фотография получилась веселая. Но хотя расчета на нее никакого не было. Это ничуть не имиджевая политика, это просто такой прикол. Просто так отпетые прикалываются. Ой, спасибо. К сожалению, только по одному вопросу у нас получается. Итак, закончили свое выступление во втором раунде «Отпетые мошенники», одна из самых модных нынче мальчишеских групп. А пока на ринг выходит умопомрачительный проект года «Гости из будущего». Встречайте их. Гости из будущего с вами. Время песок, время вода. Скажи мне так. Время песок, время вода. Скажи мне так. Время песок, время вода. Скажи мне так. Время песок. Вырваться хочет наружу, исчезнуть. Пленится жизнь, дрожит на виске. Нежная струйка внутри безнадежна. Осколки снов смоет утренний дождь. Обрывки слов уносит ветер с окна. Осколок в сердце застыл, как нож. Весна навсегда окна одна. Время песок. На скамейке. А что такое любовь для вас? Ну, это такое странное чувство. Я думаю, что Ева об этом знает больше. Она об этом поет постоянно. Я только играю. Спасибо, Ирина, за эту планету. Вообще тут Евгений Орлов, он какие-то вот вопросы, и мы так не договаривались на самом деле. We'll be right back.
спасибо. А вот, по-моему, это был замечательный ответ на предыдущий вопрос о любви. Вот так закончится у нас второй раунд, и теперь слово за вами, дорогие наши судьи, телезрители. Хочу напомнить вам, что в этом раунде обе группы представляли песни, выражающие их отношение к любви. Чьи же взгляды вам ближе? Пожалуйста, передавайте свою информацию операторам FTN. Кто же выиграл второй раунд? Гости из будущего выиграли второй раунд. Но не расстраивайтесь, дорогие мошенники, у нас впереди еще третий раунд решающий. В третьем раунде прозвучат совсем новые песни. Я даю сигнал к началу третьего раунда.
Итак, закончили на этом свое выступление. Спасибо, это вам с рук не сойдет. Закончили свое выступление на ринге новые кумиры русских девчонок. Последнее достижение музыкальной культуры города Санкт-Петербурга. Я приглашаю продолжить третий раунд гостей из будущего. Встречайте их. Чем темнее ночь, тем ярче огни. Радуга огни праздник нам напророчит, не жалея о том, что мы не одни. Танечек моя, ты меня не мой, новый мир от нас так близко. Музыки и свет навстречу бегу. Окончанию третьего последнего раунда, в котором обе группы представляли на ваш суд свои совершенно новые песни. Так кто же завоевал ваше сердце своим искусством? Отпетые мошенники или гости из будущего? Отпетые мошенники! За наш главный приз — хрустальный скрипичный ключ, изготовленный специально по нашему заказу художественной мастерской «Росвуз Дизайн», достается им.